Молоко вкусное, а главное – натуральное и доступное. Сегодня в каждом уголке города Щелково можно приобрести молоко, что называется, из-под коровы. Больше года в Щелкове работают автоматы, где продаются молочные изделия СПК «Новая Литвинова». Предприятие зарекомендовало себя успешно. Давайте же узнаем, в чем секрет производства вкусного молока. Ответ на этот вопрос мы решили найти на территории Щелковского района и отправились в деревню Мишнево. Именно здесь находится предприятие, выпускающее молочную продукцию, сельскохозяйственный производственный кооператив «Новая Литвинова». Тут содержится 435 коров, больше половины из них каждый день дают молоко. Кормят три раза в день, здесь у нас, соответственно, механизированная раздача. Дойка у нас осуществляется механизированная тоже. Два раза в день мы доим, утром в 6 и вечером 5:30. К коровам здесь относятся по-особенному. У каждой свой характер и свое имя. Более того, работа с такими животными – это постоянный и глубокий анализ. Сколько молока дала, какого качества и какое потомство. Отсюда и серьезный подход к разведению рогатого скота. Никаких импортных закупок. Эмбрионы, да, мы не покупаем. У нас чисто искусственное осеменение. Закрепляем быков, за каждой коровкой у нас свой бык. Соответственно, ведется племенная работа. У нас есть зоотехник-селекционер, который за этим всем отслеживает. Натуральное молоко – натуральная среда. У СПК «Новая Литвинова» почти 1500 гектар земли, поля, на которых каждый день пасутся коровы. В день одна корова в среднем дает 22 литра молока. Всего же за сутки перерабатывается почти 4 тонны. Молоко поступает в прессионную установку. Происходит нагрев и тут же охлаждение ее. В дальнейшем поступает по трубам, она идет на цех розлива. После этого продукт готов оказаться на полках автомата и попасть в руки потребителей. Часть молока поступает на кухню детского питания в Щелково. Боремся за качественный продукт. Сами делаем сейчас и кефир, молоко, цветное молоко, творог. И основная задача – качество. Планка будет расширяться. Там десерты делаем, творожки, видели там самое. Где-то планируем 16-20 номинований. Сегодня продукцию СПК «Новая Литвинова» можно найти почти в 60 аппаратах. Они расположены и в Щелковском районе, и во Фрязине. В перспективе развитие географии рынка. Раньше строить планы было сложно, мешали проблемы. Сегодня трудности помогает преодолевать поддержка районных властей. Придя к управлению Щелковским муниципальным районом Валова Алексея Васильевича, конечно, он увидел у нас как бы партнеров, поддержку мы увидели, как бы нам пошли навстречу. А пока предприятие развивается, у жителей есть возможность каждый день пить натуральное молоко. Ну вот вкусное молоко и все. Кефир очень вкусный, очень понравилось. Сейчас приобретем. Дарья Заснегова, Александр Оржевский, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».